Ребята, с вами снова я, Афан. Вы находитесь на канале Афанов Мьюзик. И сегодня мы с вами послушаем Худрич Лука «I Love You». Прямо сейчас я нахожусь на своем стриме на Twitch-канале, где мы вместе с ребятами будем слушать этот трек. Да, вы тоже могли быть с нами, и мы уже очень много всего послушали и обсуждали за кадром, за реакциями. Вы этого не видели. Ой, сколько вы пропустили-то. Ой. Ладно. А также у меня есть свой телеграм-канал, ссылочка на все это в описании. Теперь переходим непосредственно к треку. Хочу сказать, что как будто название «I Love You» не совсем подходит к Худрич Луке. Мне очень нравится его последний сингл, который пошел на альбом к Бэйби Мэлла. Это «Худрич Мэлла». Считаю это лучшим треком на альбоме. Что за нефак, сука. Поэтому очень интересно, что приготовил Худрич Лука. Один из самых таких интересных личностей в своем жанре. Поэтому мне очень интересно. Я сейчас смотрю, здесь очень интересная структура. Куплет, блять, и припев. Ладно. Let's go. Интересно, что это такое, но не знаю, что это такое. Так что погнали. Let's go. Худрич 2023. Я люблю тебя, сука. Я люблю тебя, могу сказать, я не стесняюсь. Эти деньги изменяются, я не меняюсь. Вижу твои смс, и я улыбаюсь. Хочу тратить на тебя, отвечаю, каюсь. Я куплю тебе любую хуйню, детка. С этим нет проблем, ведь я розетка. Взял себе броню, Монклер жилетка. Два травмата, четкий Луи Ви-барсетка. Ай, ай, я люблю тебя. Малыш, не делай мне больно, ведь я убью тебя. Если снова упаду в яму, то я убью себя. Я клянусь на Бога, это дерьмо убьет меня. Ай, ай, я люблю тебя. Детка, я могу доверить тебе все свои дела. Будешь рядом, у тебя будет дохуя бабла. Тебя никто не тронет, я сожгу их. Текста нет, блядь. Ай, мне не нужен повод. Ем 4 раза в день, но ощущаю голод. Мне так похуй, ради тебя готов взорвать город. Тогда тебя изменю. Ладно, трек Кайли Херона очень сильный после этого. Я не знаю, в плохих шлюхах ты мой повод. Давай проложим наши отношения как провод. Это не я сказал, это в чате, если что. Рассматривать похуй как будет. Ты моя сладкая сучка, сладкая как пудинг. Ай, 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 моя сладкая сука. Я увидел тебя, сразу протянул свою руку. Хочу трахать тебя нежно, а потом как суку. Хочу тратить на тебя большую сумму. Ай, ай, я люблю тебя. Малыш, не делай мне больно, ведь я убью тебя. Если снова упаду в яму, то куда я убью ты себя. Полез? Я клянусь на Бога, это дерьмо убьет меня. Ай, ай, я люблю тебя. Если я могу доверить тебе все свои дела. Сука. Будешь рядом, у тебя будет дохуя бабла. Тебя никто не тронет, я сожгу их дотла. Работяги на Гениусе нас немного подвели, но в целом и так по тексту все понятно, я думаю, там не сложно. Я не скажу, что это плохо, но это очень необычно. У него, блять, все треки типа вот такого. Бля, Гога, какого хуя происходит? Какого хуя нефоры косуют на бродяг? Ты чё примеры с сестрами задеваешь, бля? Поставь их на место, Гога! Я хаваю в майке с собою полмиллиона! Худрич 2023. Ну типа, ладно, я понимаю, что в одной карточке музыканта могут быть настолько разные треки. Но, блядь, когда у него все треки подобного характера, ну как будто ему не надо, блядь, даже сюда лезть, вот честно. Ну у него образ такого гангстера, блядь, какого охуенного типа на барах, харизматичного. И куда он лезет? Ну ему не надо сюда лезть. Я понимаю, что это эксперимент, но как будто не в эту сторону ему нужно лезть, ну честно. Вот артисту что, в лом 12 самому текст залить? Ну, вообще, я думаю, да, в лом. Будь я артистом, мне было бы похуй, как будто. Блядь, честно, ну, не входит в образ. Я понимаю, что это эксперимент, и, возможно, такие треки нужны, но вообще, когда ты знаешь остальные треки артистов, ну, это, честно, не ощущается как чем-то серьезным. Ты воспринимаешь это как рофл. Типа... Вообще не подходит под образ. Абсолютно. Из-за этого трек просто практически невозможно слушать. Потому что ты знаешь про этого исполнителя, что это такое и почему вот выходит это. Хочу тратить на тебя. Ну плюс его тут фирменная харизма, она здесь теряется абсолютно. Я считаю, что трек не очень.
Не самый лучший припев, не самый лучший куплет, не самый лучший второй куплет. Просто они очень дефолтные. Плюс диссонанс в голове. Так как тебе не понравилось, скажу, что очень крутой трек при своей. Да, у нас сегодня борьба с чатом. Вот так вот. Ну что ж, на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это действительно так, то обязательно поставьте ему лайк. Также подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать еще больше реакций. Оставляйте комментарии, что вы думаете по поводу трека. Очень интересно узнать, потому что это очень необычный трек от Худрича Луки. Подписывайтесь на мой телеграм. Может быть, я изменю мнение об этом треке и напишу об этом там. Вот. И на Twitch также не забывайте сабаться, чтобы не проебывать стримы, которые очень классные, веселые. И мы уже очень много вместе с ребятами там слушаем. Да. Ну что ж, с вами был я, Афан, вы были на канале Afan of Music. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.